Вчера с утра я ходил в поликлинику, чтобы узнать результаты своего рентгена. И мне сказали, что то, что я нашел у себя в интернете, меня не нашли. И перенаправили меня в другое место. Я потом сходил в другое место сразу, там записался. И возможно, что я немножечко устал. Я не ел достаточно долго, получается, и ходил. А в какой-то передаче я смотрел, что для сохранения температуры человеку нужна энергия. У меня, видимо, ну, в общем, у меня разболелась голова, и вчера даже аппликатор ляпко, как я и думал, что он не всегда прям супер помогает, он мне не очень супер помог вчера. И отчасти поэтому я не записывал дневник, потому что вроде бы это событие, да, что вот что-то не подтвердилось. Сегодня же... Ну что сегодня? Я ходил на тренажеры вот сейчас, и погода не подтвердилась, которую мне обещал Яндекс, что будет плюс 14, но было теплее наверняка. Мне кажется, что было теплее. Вчера на тренажеры я не ходил. А еще сегодня с утра, я когда думал, что же мне поесть, посмотрел в холодильнике и нашел просроченную еду, которая теперь в ленте стоит на 20 рублей дороже. То есть она сначала подорожала на 10 рублей, потом подорожала еще на 10 рублей. А я покупаю ту, которая не подорожала. И главное, что я ее тоже накупил, и у меня получилось три такой еды, которая сегодня уже закончился срок годности. Я две съел, а третью, вот, видимо, на завтрак оставлю. И вот эта вот просроченная еда, я ее тоже попробовал, конечно, я ее разогрел, но она явно испортилась, и поэтому пришлось, а она дорогая, она самая дорогая, и все, вот я самую дорогую вот так вот и выкинул. Ну, это странно, что я про нее забыл, на самом деле. Но это так основное, на самом деле, фильмы я особо не смотрю сейчас. Почему? Не знаю. Как-то руки не доходят, глаза не доходят.